Психологи кажуть, що людина обманює приблизно 4 рази на день. Що ж краще, солодка брехня або гірка правда? Давайте дізнаємось, що думають про це миколаївці. Дуже тяжело відповідати, ну, стараєшся говорити правду, правда – то завжди правда. Лучше горька правда, чим горька ложь. Положено говорити правду, не треба скривати плохое. Не завжди ребенку можна сказати правду. Ну, тому що ребенок ще не так поймет, як треба. Він повзрослеє, і потім йому можна вже буде сказати даже і правду. Зараз дуже мало чесних людей, я вам скажу. Звісно, краще знати правду, щоб к этому бути готовим. І морально, може бути, і фізично, і, може бути, матеріально, ну, по-разному. Ну, звісно, знати правду. Опитані миколаївці віддають перевагу гіркій правді і не бажають чути брехню. А про те, як розпізнати людину, яка каже вам неправду, розкаже наш ранковий гість. Ну що, як і обіцяли, опитування подивились, дізналися, що наші миколаївці думають про правду. Зараз будемо більш детальніше розбирати з нашою ранковою гостею. Ну що ж, Анна Демірпола, сімейний психолог, по такій сніжній погоді завітала до нашої ранкової студії. Ну що, будемо розбиратися сьогодні. Кажемо правду чи не кажемо, чому і як часто? Вам слово, навіщо ми кажемо неправду? От перше таке запитання. В стосунках. На самом деле, да, поговоримо про отношения. Так, в стосунках. Іноді хочеш спросити свого любимого чоловіка, скажи мені, в конце концов, любиш мене чи ні? Я хочу розуміти, да? Часто люди не відкривають цю правду. Зачем? Тогда первый же вопрос, для чего это нужно человеку? Естественно, значит, человек не готов еще говорить эту правду. Так? То есть, или хочет скрыть какую-то информацию. Но нам с вами главное что, девочки? Понимать то, что, как нам понять, да, на самом деле, что человек говорит неправду. Да? А что же он говорит, что он хочет сказать? Но очень часто вообще в коммуникации случается так, что мы говорим, это только одна информация, которая лежит на поверхности, а за ней скрыта другая информация. На отношениях, например, есть пары, где муж говорит, ну я вот не могу говорить про свои чувства, да, не могу сказать, я люблю. То есть мне это сложно, выразить свои чувства. А женщина говорит, а я хочу слышать эти чувства. Да, то есть, и она их выражает, и она им говорит. Но он, например, каким-то поступком или какими-то действиями уже говорит, какая-то информация уже идет. Кроме того, в отношениях, если вы хотите действительно прояснить, то можно обратить внимание на некоторые, скажем, аспекты коммуникации. Да, здесь есть такой момент. Конечно, вы не будете никогда там профессиональными людьми, которые различают ложь, да, но некоторые моменты, они действительно очень-очень явные и лежат на поверхности. То есть, когда человек с вами разговаривает и хочет сказать вам неправду, то он может совершать такие вот действия, то есть невербальные, то есть его тело будет показывать вам, что он может вас обманывать. Например, спрашиваем, любишь ты меня или нет, хочешь ли ты со мной отношения или нет. Так, да? И то треба звертати увагу на эмоции, так, на обличчя. Да, да. Здесь несколько факторов. Один из них – это взгляд человека. Иногда для того, чтобы обмануть, человек может смотреть прямо вам в глаза. И действительно сохранять некое напряжение. Человек, который не обманывает, то есть находится в таком просто в общении, в котором ему легко и спокойно, то есть у него нет напряжения лишнего, он будет двигаться, он будет как-то в естественном находиться положении. Да? А человек, который обманывает, он может быть в напряжении, вот таком, да, то есть и смотреть вам прямо в глаза. И как будто что-то вас высматривает. То есть понимаете ли вы, что он говорит правду или неправду, да? То есть видите ли вы его момент лжи? А, тобто дивись мені в очі і кажи тільки правду, це не діє, так? Отже, не треба тому вірити, що ось смотрите, дивляться і кажуть правду. Тобто я так розумію, якщо ось так вже сильно тобі людина вдивляється в очі, така напружена, то це вона говорить неправду, так? Скорее всего, да. То есть, ну, по крайней мере, это один из моментов, который вы можете учитывать, да? Кроме того, может быть наоборот. Человек может наоборот много двигаться и, например, как-то повышать тон голоса неестественно для него и может говорить очень много информации, иногда даже не по делу. То есть это также говорит, что человек, как бы, знаете, есть же такая фраза народная, заговариваю зубы. Но вот это один из моментов. То есть вам пытаются заговорить зубы, чтобы как-то вас обмануть, да?
Есть очень интересный момент, я наблюдала, тоже не сразу умела это определять, когда человек, вроде бы вы спрашиваете про какую-то информацию, да, а он незаметно, очень легко отводит взгляд в сторону. То есть очень многие психологи mm-hmm. разные говорят, вот вправо, влево. Що не впевнена людина, того вона відводить очі, вот деякі психологи кажуть. Может быть такой момент, но вы же будете видеть, да, то есть это такой легкий-легкий такой, mm-hmm. вот как будто... Ну, я не знаю, так, да, то есть легкое движение головы, легкое движение взгляда, но не прямо вам, чтобы ответить, да? Еще можно определить также по речи, то есть человека вы спрашиваете, просто хотите его спросить и говорите, дай мне прямой ответ, да или нет. И вот здесь человек начинает плавать, да, то есть он начинает что-то рассказывать. У меня, например, вот, ну, в консультировании один из таких важных вопросов, мне нужно понимать, хотите ли вы дальше продолжать отношения, да, то есть для вас долгие mm-hmm. эти отношения, хотите ли вы оставаться в этой семье. И здесь уже потекло, да, то есть если кто-то хочет, тот сразу говорит «да», независимо от того, какой уровень напряжения в отношениях, какой уровень конфликтов. Но если человек не хочет, да, то он будет рассказывать... Ну, я же чего-то сюда пришел, ну, мне что-то тут нужно. Або, чому ж я з тобою живу вже 10 років? Да, я чего-то, да. Ну, зачем такие вопросы, угу. да, то есть это же и так понятно. Це дуже популярні відповіді. Но да, и нет, ответа вы не получите. Дійсно. То есть вот уже элементы какой-то неправды. Угу. Девочки, могу много рассказывать, да, вот именно про это, но на самом деле тело наше очень много говорит за нас. Да, то есть наше тело, то есть человек может руками двигать, начинать, вот один из моментов, который очень многие, опять же, психологи, НЛПеры замечают, это человек начинает прикрывать рот, то есть это естественная программа, когда угу. как будто закрываешь ложь, да, то есть или нос начинаешь тереть, или там, ну вот как-то к лицу руку приближаешь, да, то есть как бы закрыть рот, то есть не говорить эту неправду. Часто... Ну, я вас вот перебью, да, да. А яка похибка в цьому? Може людина там просто там почесала той ніс, вот, да. ну, и а мы будем уважать, что она нас обманывает. Конечно, вот да. Понимаете, это зависит от того, действительно вы хотите вот понять правду mm-hmm. или нет, и разговариваете вы на эту mm-hmm. тему. То есть, если действительно это разговор про правду или неправду, тогда вы учитываете просто все эти разные так. аспекты, mm-hmm. которые я вам говорю. Зрозуміло. Конечно, так. может и муж просто почесаться, mm-hmm. и это не специально, чтобы ты пьешь зі мною на побачення, так. Да. Но, тем не менее, вот начинается почему-то, да, почему-то именно чесаться, прикасаться, mm-hmm. люди начинают руками к своему лицу около рта. Есть еще момент, опять же, воротничок начинают мужчины теребить, да, да, то есть, да, или, да. Ну, очень легко определить неправду, это когда еще ребенок маленький, когда он говорит, да, он начинает что-то теребить, как бы mm-hmm. суетиться, mm-hmm. но это больше, когда правда не скрывается, когда правду от вас хотят скрыть, действительно, человек даже может вам, даже говорю, прямо в глаза смотреть, зная о том, что очень легко определить, да, если человек суетится, если он как бы сомневается, то один из таких знаменитых признаков, что он двигается или какой-то нестабильный. И когда вам могут действительно смотреть в лицо и вот так вот стараться сказать правду. Ну вот это опять же тот момент, чтобы определить. Це дійсно дуже видно. Да. А що робити, ну, в стосунках, коли дійсно, ну, коханий бреше, там, каже неправду? Що, як на це звертати? Ну, можливо, як поводитись в таких випадках? От, що робити? Ну, во-первых, знаете, уже немножко методов, да, хотя бы распознать что-то. Есть еще, кроме того, внутреннее ощущение, то есть... чему мы обучаем, да, людей или стараемся их подвести к чему-то тоже, и на тренингах этого много, да, чтобы человек прислушивался к себе. То есть некое такое чувство внутреннего комфорта, присутствует ли оно внутри вас или нет, когда mm-hmm. вы разговариваете с человеком. И если комфорт, ну, никак не складывается, то здесь можно о чем-то задуматься. Правда ли действительно в отношениях что-то существует, что меня не устраивает, и я об этом не знаю. Ну, здесь также я хотела бы вам немножечко рассказать одну методику, девочки. Я вам сегодня специально ее принесла. Для того, чтобы, знаете, вот правда, действительно, она бывает разной и бывает иногда очень горькой, но необходимо в отношениях встретиться с этим разочарованием. Угу. Потому что именно разочарование – это та стадия, это тот уровень, когда вы действительно узнаете человека. И если с вами что-то случилось в этих отношениях, да, и вы узнаете эту правду, встреча с ней – это некое даже облегчение, потому что дальше вы не будете жить в этой лжи, в неправде, в этом театре, да, то есть и вы можете как-то хотя бы управлять этими mm-hmm. отношениями. Или вы предпочитаете жить, например, в неведении, да, то есть тогда, конечно, отношения могут ухудшаться, и вы многого чего не будете видеть. В отношениях действительно правда важна, но опять же,
давайте не будем, скажем так, только цепляться за правду, да, то есть действительно вот в психологии достаточно все субъективно, нету законов, которые вот только так и все, и дальше никакого поворота вправо-влево, да. Психология субъективна, и поэтому правда иногда во благо, действительно правда, да, то есть может быть нужна. То есть, когда, то есть вот здесь про правду разные понятия. Ну вот да, я вот підтверджую ваші слова, що жінки пишуть краще, хай мене обманює мій чоловік, інколи неправду, хай я буду чого не знати, але буду так щасливо жити з ним разом. От я думаю, що це підтвердить якимось чином, так? Смотрите, если кожного своє. Нету сьогодні поняття, от які повинні бути отношения. Якщо людям комфортно в отношениях, то вони в них і остаються і наслаждаються цими отношениями. Просто хтось предпочитає, наприклад, да, щоб что-то было в отношениях, может быть, немного не так, но я с этим согласен, пусть оно будет, да, если мне комфортно с этим человеком, и я могу с ним дальше развиваться, идти рядом. Но, тем не менее, конечно, вот правда, знаете, есть один очень знаменитый турецкий рассказ, где отец был приверженец очень сильно правды, и ребенок 14-летний, ну, там было такое время, когда дети работали, какое-то 50-е, может, года, 30-е года 20 века, и как раз вот эта правдивость, то есть его стремление быть очень честным, очень правдивым, привело к тому, что ребенок был вынужден, он хотел, чтобы она как все работала, да, ребенок погиб в результате от этого тяжелого труда, да, то есть вот где правда, которая действительно нужна? Он очень старался быть честным и правдивым. Но что мы имеем в результате? То есть, понимаете, то есть, если пытаться в отношениях выяснять постоянно правду, вот я хочу знать, чтобы у нас только так было, от этого можно тоже устать. Понимаете, и когда-то уже эта правда у каждого своя, вы будете за ней гнаться, кто прав, кто виноват. И вот здесь вот как раз огромный риск, что отношения могут пойти вниз. Потому что вот как я считаю, и кроме того, вот так я и работаю, да, с людьми, и так и к жизни отношусь, что если вы начинаете выяснять отношения, кто прав, а кто виноват, то вы уходите, знаете, представьте себе такой уровень подземелья в это подземелье. И в этом подземелье пытаетесь что-то делать. Факты вас не приведут к разъяснению и пониманию. Хотя они тоже нужны, вы будете их использовать. Но только вот сесть, например, и выяснить, кто прав и кто виноват, сразу же начинаются разборки, ссоры, скандалы. Mm-hmm. Да? Девочки, вот я что несла сегодня. Что же, как же говорить про правду и как лучше разобраться в отношениях и понять. Я вам принесла вот такой вот списочек, это такое вот колесико, да, благополучия отношений. Эта методика очень хорошая для людей, которые даже самостоятельно хотят разобраться в своих отношениях. Смотрите, этот круг, да, он включает в себя сектора, в которых я указала, в принципе, основные направления или основные сферы отношений в семье, ну, или в любых отношениях, да. Здесь вы можете увидеть, я начинаю, да, например, вот, какие факторы, что важно, да, в семье, чтобы или в отношениях, чтобы она развивалась. Смотрите, когда ко мне приходит пара, очень часто они думают, что семья это только общение, например, только интим и только быт. Все, да, то есть, например, что там больше нету, например, связи с другими, да, или с друзьями, с родственниками, это не обязательно. И чтобы она ходила куда-то на встречи с друзьями, это тоже не обязательно, да. Вот, поэтому мы говорим про многофакторность некую такую, которую вот желательно учесть. Здесь я самое важное учла. Некоторые такие аспекты, ну, есть сектора, где больше аспектов на отношения. Значит так, общение, теплота в отношениях, доверие, видите сектор, открытость и легкость в отношениях, возможность личного развития. Вот если до этого было все про какие-то качества самих отношений, то здесь... Возможность личного развития в отношениях. То есть это когда человек без особых сильных преград, да, может развиваться, может чему-то учиться, и ему не говорят, а зачем тебе это нужно, да? То есть я считаю, что тебе это не нужно. Давай ты будешь сидеть дома и заниматься хозяйством. Это очень часто так. Да. Вот очень часто это воспринимается или... То есть, например, жена наша должна только хозяйством заниматься, зачем ей еще? А коли ж ты будешь навчатись там, якщо? Да. Вот, дальше, достаток, так. То есть это уровень материально-финансового состояния, быт, интимные отношения, контакты с другими, что я вам говорила, это социальный фактор, да, насколько семья открыта к обществу, к друзьям, к родственникам и, может, просто знакомым, отдых совместный, как вы проводите, и... воспитание детей,
и воспитание детей, поддержка. Угу. Смотрите, нарисовав вот такой кружочек, я предлагаю тем, кто это будет делать, посидеть и подумать, вот насколько я удовлетворен каждым из этих аспектов отношений. Угу. То есть, например, общение. Если я удовлетворен, то насколько? То есть в этом секторе вы определяете, например, на 70%. Ваш сектор идет от 0 до 100%. И то есть вы отмечаете, смотрите, опять же, где тут правда, где неправда, но ваше субъективное, вот то, что я вам говорила, чувство внутреннего комфорта в этих отношениях, это уже показатель. Потому что, в принципе, знаете, как говорила знаменитая актриса как, Мэрилин Монро, да? Угу. То есть она говорила, что зачем быть в отношениях, если они не приносят радость? Я и сама могу себе организовать несчастье и всяких неприятностей достаточно, да? А в отношениях я хочу радоваться, то есть там, где мне получится радоваться. Угу. Вот. Поэтому отношения, они, в принципе, на это нацелены. Но понятно, что мы проходим отношения, мы трудимся и встречаемся с некоторыми сложностями. Так вот, отметив здесь, на этом рисунке полностью, да, как... насколько вы удовлетворены каждой сферой, я вам предлагаю график малюватый. Да, нарисовать вот такую схему. Угу. Да? То есть вот вы видите, как бы мы отмечаем, например, доволен я на 90%, этот сектор я заполняю и обвожу его. И вот смотрите, такой интересный получился у нас рисуночек. Вообще, по сути, это должно быть колесико. Давайте, ну как бы так. Понятно, что в моей практике достаточно вот редко встречались идеальные колесики, которые вот так вот вы могли покатиться, например, да? То есть, если мы говорим про пару, и в отношениях, например, каждый из вас может даже заполнить, и вы можете посмотреть, насколько каждый партнер удовлетворен отношениями. Но если вы сами хотите проверить, да, насколько мне там комфортно, вы составляете свое колесико. И что здесь можно заметить? Если человек заполняет это колесо, и, например, представьте, здесь там 10, 20, 10, 5, 0, ну есть ли тогда эти отношения, да, то есть вот тут как раз есть над чем задуматься, то есть здесь будет такое маленькое-маленькое даже не колесо, которое даже не может покатиться, какая-то шестеренка от колеса. Очень важно, что в отношениях вы... чувствуете это состояние проявленности своей, да, то есть отношения, это когда они как вот, ну, какой-то цветочек, они проявляются на листке. Да. Да, если просто белый лист и на нем какое-то маленькое проявление, ну, в психологии это часто с этим проективные тесты показывают, да, что человек или зажат, или не открыт, или его практически нет, как будто, он как будто больше в своем мире, не проявляется в этом мире. Также и эти отношения, да, если их практически здесь нет, то можно задуматься. Опять же, если вот у вас колесико составляется, вы видите, да, что, например, здесь совсем мало, где-то есть сектора 10, 30%, 20%, опять же, как оно будет катиться, да? Так, так, вообще не так, как треба, да, неправильно. То есть уже можно понять, что нужно обратить внимание на эти сферы. Еще очень здорово, если, конечно, вы можете поделиться со своим партнером и проговорить, да, а давай посмотрим, и ты составишь, и я составлю такое колесико, и мы посмотрим, насколько ты доволен, насколько я. И вот здесь вот, знаете, есть у меня некоторые клиенты, очень интересно было, когда женщина составила это колесико, и она не могла год разговаривать с мужем, но когда он просто посмотрел на это колесико, да, то есть он смог почему-то, несмотря на нее, об этом говорить. То есть, когда мы говорим напрямую, это иногда нам сложно, то есть это прямой контакт. Но в психологии вот есть особенности такие, да, что очень здорово, что когда вы делаете некий какой-то материал, вы как будто все свои переживания вот сюда вкладываете, и как будто между вами меньше напряжения. Вот. Тогда это возможности поговорить. И проясняя вот именно то, какие, да, то есть сектора и чем вы довольны или нет, я рекомендую говорить о чем. Вот здесь вот как раз важный момент, да, то есть мы говорим не кто здесь прав и виноват, и у кого здесь что-то получается или нет, а мы говорим, что нам нужно здесь, что нужно тебе, что нужно мне. И тогда мы можем действительно выйти на решение. Но если мы же, если в отношениях, например, кто-то говорит, а мне не нужно вообще, что ты говоришь, тогда задумайтесь, сможете ли вы развивать этот сектор. Слухайте, так, дійсно, дякую. Я думаю, наші глядачі, ну, у кого є проблеми, думаю, повторять за вами, зроблять таку саму схему. Да, і вирішать, що які є проблеми, які є. Так. Я думаю, ну, дякуємо дійсно вам. Ну, знову у нас часу не вистачає так, поговорити абсолютно повністю з вами на усі дякуємо тему. Дякуємо вам, багато питань. Димір Полат, сімейний психолог, була у нас в гостях.